Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал CryptoMax. Здесь я делюсь с вами самыми интересными и популярными SEO проектами. Ранее уже снимал видеообзор на данную компанию Vanik, и я коротко пробежался по всем пунктам. Сейчас хотел бы я разобрать именно записать еще несколько видеороликов по этой компании и уже более подробно по данному из пунктов. Итак, Vanik — это будущее шопинга, первая в мире интегрированная электронная коммерция и цепочка поставок, работающая от блокчейн. Vanik — это запуск электронной коммерции, основанной на блочной цепочке. Наша цель — создать платформу, которая изменит работу электронной коммерции от производителя к потребителям. Мы можем применять силу блочной цепи, чтобы сделать покупки потрясающими опытом для всех участников. Итак, сейчас находится на этапе пред-ICO. Осталось 20 дней до запуска уже основной продажи токенов. Чтобы приобрести токены, нужно просто... Итак, давайте перейдем в раздел продажи токенов. Здесь есть кнопочка присоединиться к частной продаже. Переходим и заполняем уже, нажимаем процесс и заполняем данную информацию. What is your first name, то есть имя, last name, фамилия и так далее. Заполняем данную информацию, чтобы уже зарегистрироваться, попасть на сайт. Так, давайте перейдем дальше на сайт и пробежимся по датам продажи токенов. То есть мой видеоролик будет направлен именно на эту информацию. Сейчас частная продажа, и будет длиться она до 22 июля. Далее, уже с 23 июля уже запустится предварительная продажа, то есть ICO. Также он будет длиться еще 2 месяца, если я не ошибаюсь. Будет разделен на 5 этапов. Первый этап с 23 июля будет 30% бонус, и собрать они хотят 5 миллионов долларов. Далее, 7 августа будет уже первый этап продажи токенов. Продлится он 10 дней с 25% бонусов. Далее, 17, через 10 дней, 17 августа запустится второй этап. Будет уже 20% бонуса. Будет уменьшаться именно жесткая крышка, то есть уже будет 4 миллиона. Далее, третий этап 27 августа, тоже ровно через 10 дней, уже будет 10% бонус, и хардкап уменьшится до 2 миллионов. И далее, 6 сентября, запустится уже четвертый этап с 5% бонусом, и завершающий пятый этап уже будет 0 бонусов, так что принимайте решение до 16 сентября, чтобы получить как можно вкусный бонус. Итак, что еще хотел сказать? Принимать будут они в эфире биткоин, лайткоин или доллар. Минимальный лимит покупки составляет 0,1 этериума, что есть менее 100 долларов. Так, что еще хотел сказать вам напоследок? Распределение. Так, это не совсем интересно. И также оставлю ссылку в описании на white paper, кого заинтересовал данный проект. Подписывайтесь также на социальные сети, Twitter, Facebook. Следите за последними новостями компании. И вступайте в группу по Telegram. Уже почти 20 тысяч человек находятся в данной группе. Всем спасибо за внимание. Это был краткий обзор проекта ICO Vanik. До новых встреч!